Девчонки, всем огромный привет! Привет! У нас сегодня двойная порция удовольствия, я надеюсь, для вас. Это Алина. Я Алина FlyCloud. Если вы со мной не знакомы, я бьюти-блогер тоже, если можно себя так величать. И мы решили сегодня собраться и поснимать совместное видео. Вот. У нас есть повод. Да, а причем огромный. Я на самом деле завидую ужасно, и когда увидела в Инстаграме у тебя фотографию, я сразу же подмазалась. Мне сегодня предоставилась очень крутая возможность, и мы сегодня все попробуем на себе, вам покажем, потому что у нас немножко разный тип внешности. Все слышали про Colourpop, но немногие пробовали. Так вот, они открыли международную доставку, в первый же день я побежала заказывать. Заказала, собирали неделю, потом еще 1,5-2 недели шло по нашей любимой и по американской, не менее любимой почте. Все дошло, все хорошо. Здесь у меня 8 теней, одни румяна и 2 матовые помады. Что мы будем делать с этим совсем? Мы будем наносить все на себя и рассказывать. У меня, кстати, я приехала со своим... Со своим добром. Да, у вас товар у нас купился. Вначале мы решили с более светлых оттенков теней, хотя их не так уж и много, но и постепенно уходить в более темные. Потом румяна и потом только матовые помады. Начинаем. Первый оттенок возьмем Шуга. Да? Давай. Клевый оттеночек. Такой голубой, металлический. Мне нравится, что почти все оттенки, они такие хамелеонистые. То есть он серо-голубо. И с теплыми блестками, кстати. Они очень мягкие, и мы тут уже успели их немножко... повредить. Да. Но это все от радости. Как тебе? Мне кажется, классный оттенок. Мне нравится очень, да. Но он мне нравится за его игривость и такой неординарный, скажем. То есть он не просто одномерный, да, он такой очень... Да, на самом деле вот эти оттенки, вы видите, да, что я с ним знала, они очень-очень-очень мягкие, поэтому, конечно, аккуратнее. Но это же их еще и плюс. Их можно нанести навек, и благодаря вот такому красивому многогранному оттенку, в принципе, можно носить соло. Другое дело, что именно вот такой оттенок, с ним, мне кажется, нужно быть поаккуратнее, потому что он такой очень своеобразный, но здорово пойдет, наверное, как акцент. Мне кажется, со стрелочкой, с черной тоже будет смотреться хорошо. Вообще все такие оттенки, мне кажется, здорово будет смотреться, когда вы делаете смоки айс, да, вот в серединку накладывать, фиолетовый там есть оттенок, он будет тоже суперски смотреться. В общем, мы сейчас все попробуем. Да, сейчас все увидим. Следующий оттенок называется Ла-Ла. Очень мило, очень прикольно. Вот так вот он выглядит. Такой бронзовый, да? Да, да, мне кажется, прям на загар, наверное, может пойти хорошо. Ой, слушай, а мне нравится. Я вообще, честно, я стараюсь избегать таких оттенков, не знаю почему. А мне в последнее время нравится, но тоже, естественно, не на все веко, а на наше, но красиво смотрится. Слушай, я бы на все веко прям носила. А тебе очень мне круто. Классно. Мне классно. Мне классно. Я сегодня очень скромная. Мне классно. Но мне, наверное, не очень, потому что как-то я болезненно, да, смотрю? Да, есть немножко. Вот. Но тебе классно. Но мне классно. Да. Ну, в общем, я буду знать, что мне с такими оттенками надо быть аккуратней. Мне кажется, знаешь, тебе просто складку ты зря подчеркнула им. И было бы лучше. Только на веко, да? Оттенок у нас будет... Ты специально мне его подсунула? Да, да, потому что я это не почитаю. Но это типа миллионера, да, только с буквой Н. В начале. Давай. Он вообще золотой, прям такой. Да. Причем состаренное золото. Ой, смотри, да, там розоватые блестки какие-то красивые, ты видишь? Давай. Ой, они прям настолько мягкие, что когда пальчиком водишь, просто вся текстура уходит. Да, весь рисунок сразу ушел. Блестки, они как будто внутри текстуры. То есть в сухих тенях блестки бы все осыпались бы уже. Очень красиво. Да, а здесь они вот тоже такие многомерные. Слушай, ну оттенки такие прям для какого-то, не знаю, арабского макияжа. Мне кажется, вот это прям их целевая аудитория. Терпеть не могу это слово, но это действительно такие богатые оттенки. Ну да, они очень-очень интересные, при этом, ну, не такая уж большая стоимость. Просто я люблю такие оттенки использовать как раз-таки в макияжах, как какой-то акцент дополнительный. И очень часто сталкиваюсь с тем, что все, что с блестками, просто осыпается и потом на лице и портит просто тон. Мне очень нравится. Вот, я привезла с собой оттеночек, который называется Pop Rocks. Давай, я уступаю. Я уже его пробовала. Он очень-очень какой-то прям... Он красивый, в нем смешано несколько оттенков, фиолетовый, бирюзовый и еще, да, какой-то, по-моему? Да. Но у меня на пальце он только фиолетовый. Слушай, ну вот он более плоский оттенок, нет?
Да, есть немножко. Все-таки разные, слушай, видимо, коллекции, да, они более сухие, но, может быть, это действительно связано с тем, что тени уже не совсем молодые. Ой. Вообще, да? Да, шикарно. Да? Вот он более сухой. Честно говоря, я думала, что текстура у всех оттенков будет одинаковая, потому что в отзывах пишут про такую маслянистую. Вот прям маслянистая, да, была у третьего оттенка. Да, но первые два такие. Ну да, они тоже очень более мягкие. Более вот даже мягкие, этим 2 года у тебя, да? Ну, мне кажется, да. Ну, мне их подружка подарила. И все равно они мягкие. Я читала, что они очень быстро портятся, очень быстро засыхают, но нет. Вот, понимаете, для уровня моего рязанского английского это слишком сложное название. Это partridge. Partridge, да. Пусть будет так. Ну, пусть будет так. Вы лучше знаете. Исправляйте нас. Знаешь, на что похож? По направлению на Inglot 85-й пигмент, мне кажется. То, что такое зеленоватое, коричневатое. Да, брюшко мухи такой, по-моему. И оттенок, ну, довольно сложный, потому что сначала пролазит коричневая база. И сверху уже вот этот зеленый хамелеон. Поэтому с ним будет, конечно, сложнее, чем с предыдущими. Слушайте, а вот когда начинаю растушевывать, у меня зеленого оттенка уходит. Почти не остается. Да, он уходит. Да, да. Остается только коричневый. Но при этом, мне кажется, это хорошо, потому что как складка пойдет хорошо. Да, как будто разные два оттенка использовать. Что-то между зеленым и бронзовым. Ой, смотри, а зато внутри розовые блесточки и... Он более в болотное направление. Где-то я уже это слышала сегодня. Да? Ну, похоже, ну, есть немножко похожие оттенки. Я в восторге, потому что прям очень необычно, классно. Да, и здесь опять же немножко другая текстура, то есть реально они у всех отличаются. У меня, если здесь пятнило, видите, осталось сверху прям очень... Нам пришлось кистями коричневый дотушевать, то а здесь спокойно пальцем. Пальцем, да, именно растушевка, да, получается. И нет такого, что блестки снимаются, да, оно как бы очень равномерно растушевывается. Тоже уже похожий оттенок на то, что было. По мне, они похожи. Мужик не увидит разницы, да? Оттенок более нарядный, потому что в нем больше блесток, и они более контрастно смотрятся на своей базе. Нравится, как он растушевывается, если вот здесь видно, то есть остаются блестки, получается чуть-чуть салатовый оттенок переходит, очень красиво. Да, есть немножко. Следующий оттенок будет черно-фиолетовый. Он, по-моему, сине-фиолетовый. Крути. Смотри. Опа, видишь? Ты не видишь? Я вижу, но там синие блестки, но... Ну, в общем, он темный. Выводы вот по этому оттенку. Во-первых, на мой взгляд, это все та же коричневая база, о чем мы говорили раньше. По крайней мере, текстура та же. Да. Вот, ну, из-за чего он кажется таким маслянистым, из-за чего он пятнить начинает. Но при этом, видите, блестки более спокойные, чем здесь. То есть это не такой эффект меня за 3 километра видно. Ну, за километр видно, не переживайте. База коричневая, дальше идет фиолетовый и такие синие блестки. Смотрится очень необычно, очень красиво. И в смоке на черную подложку, мне кажется, будет очень круто. Да, мне кажется, красиво, но я вот сейчас смотрю на твои глазки. Блестки в них одинаковые, но за счет текстуры здесь более маслянистые, они более впечатанно, что ли, смотрятся. И из-за этого нет вот такой 3D-формата, да, как да, вот, например, да, на этом глазу. Но у нас остался один оттенок, который называется Envy. Он самый темный в коллекции, он у нас уже на глазах. Да. По счастливой случайности. Юля его нанесла полностью, да? Да, полностью я растушевала границы. Это было сложновато. С ним, если честно, также немножко противненько работать, как с тем мушиным брюшком. Да, ну и вот у второго оттенка, у которого была такая коричневая база, чуть-чуть они более маслянистые, из-за этого такие неприятные. Вот, а у меня на уголках глаз... Внутренних. Внутренних, да, оттенок шугой, который мы самый первый показывали, и уголочки я затемнила им. И давайте перейдем к румянам. Сейчас на уголки глаз нанесу еще чуть-чуть. Я тоже, потому что у меня внутренние уголки глаз пустые. Ой. Ой, мне нравится. Ой. Ой. Мне тоже нравится. Мне кажется, смотрится классно. Я еще давайте под брови добавлю. Я бы себе заказала однозначно такой хайлайтер, или что это, румяна, но использовала бы их именно по назначению, как мне. Мне реально очень нравится. Но тебе хорошо, у меня, видимо, другой подтон кожи, и мне, ну, чуть-чуть посветлее, иначе просто немножко пятнышком смотрится. Я думала, это будет действительно сухой продукт, а он по-настоящему кремовый, очень-очень да, приятный. И тоже маслянистый. Да.
закончили с тенями, закончили с хайлайтером, приступили к матовым помадам. У нас их две, и сейчас Алина ее нанесет на себя. Оттенок Бьянка, как вы видите, он все-таки сильно отличается от того, что внутри, да, и как подстывает на губах. Угу. Он темнее оказывается. Да, как оттенок Faded, например, Lime Cream, то есть если здесь он кажется светло-розовым, то на губах фиолетовый уже отдает. Да, чуть-чуть даже в коричневую, такой холодный фиолетовый цвет. Честно, не советую. Очень неприятное ощущение на губах, подстывает и превращается, по-моему, прям в гуашь такую. Да, губы стягивает просто нереально. У меня, по крайней мере, нет вообще ни одного такого представителя. У меня есть белорусские варианты матовых помад за 100 рублей, и они шикарно ложатся на губы. Такого варианта, то есть очень плотно, очень скукоживает губы и дешево выглядит, если честно. Вот я здесь пыталась подправить макияж губ, да, и нанесла два слоя, и у меня здесь просто, вот ты видишь? Угу. Я не знаю, видно ли на камере, но у меня здесь прям месиво на губе, то есть видно, что второй слой, и он тоже скукожился, как будто полопавшаяся краска. Он такой темно-темно-фиолетовый. Сейчас попробуем. Слушайте, ну честно, если думаете, заказывать или нет, определенно нет. Если вы не суперпрофессиональный визажист, который из любого сделает конфетку. Мы не смогли, у нас не получилось. Более плохого продукта мы еще не видели. Это точно, и я считаю, что даже профессиональный визажист с этим не справится. Он трескается внутри губ. Как будто, знаете, намазали губы суперклеем, и он стянулся вот так вот. То есть это даже уже не гуашь на губах. Он просто так вот, я чувствую, как будто это очень сложно описать, но это очень неприятно, поверьте. То есть даже если вы справитесь, по сути дела, с нанесением, человеку, которому вы ее нанесете, просто будет настолько некомфортно, что он вас проклянет. Пишите, что идет каждый из нас, что категорически не идет, что купили бы вы. В общем, нам очень важно ваше мнение. Да, и мы с удовольствием снимем еще какие-то совместные видео, поэтому будем ждать от вас пожелания. И, надеюсь, скоро увидимся. Пока! Пока-пока!